Как много цветов! Красивые! Не только на ромашке. Сказка, приходи, с нами рядом посиди, мы хотим тебя послушать. Хороший, красивый. Так, малыши. Ну, летим. Ну. Цветок алый, алый, яркий, пламенный, будто заря. Самый солнечный и небывалый, он мечтою зовется не зря. Может, там, за седьмым перевалом, вспыхнет свежий, как ветра глоток, самый сказочный и небывалый, самый волшебный цветок, самый сказочный и небывалый, самый волшебный цветок. Ля-ля-ля-ля-ля. Многие люди, но, конечно, находят не все. Может, там, за седьмым перепалом, вспыхнет свежий, как ветра глоток, самый сказочный и небывалый, самый волшебный цветок, самый сказочный и небывалый. Надь, ты посмотри, рыжик-то твой ходил к подружке, Пятнышко ее зовут, а она цветок не приняла. Он жаловался, что она якобы какой-то аленькой хочет цветочек. Ну и запрос у нынешней кошачьей молодежи. А ты смотри, он этот не отдает, все равно он ему по-своему дорог. Попробуй взять, сразу укусит. Нашел рыжик цветок для своей капризной подружки. Волнуется, как пройдет сегодня вечер. Примет ли? Конечно, примет. Не волнуйся, рыжик. Алый, алый, яркий, пламенный, будто заря. Самый солнечный и небывалый, он мечтою зовется не зря. Может, там, за седьмым перевалом, вспыхнет свежий, как ветра глоток,
счастливее бывалый, самый волшебный цветок. Ля-ля-ля-ля-ля. Пятнышка, ты не боишься, на-ка? Степка испугался, ну-ка. Скорее. Пятнышка. Есть на свете цветок алый, алый, яркий, пламенный, будто заря. Самый солнечный и небывалый, он мечтою зовется не зря. Может, там за седьмым перевалом вспыхнет свежий, как ветра глоток.
салют, да? Вот он. Вот эти крошки салютки. Дорогие дамы и господа, сегодня первый концерт наш, поэтому первое выступление нам споет Левыкина Ксения Сергеевна. Ксюшенька, выходи. Она споет песню «А я лягу, прилягу». А я лягу, прилягу, лягу на зеленую траву, траву головою на север, а ногами на юг. Ну а что, ручки сидит? Смотри, Ксюша. Ксюша, смотри. А что, ручки? Видишь? Видишь? И он сам все умывается. Смотри. Даже, глянь, пальчик прям намазал. Вот, вот, смотри, смотри. Ручку моет. Палец. Смотри, видишь, как моет? Что бога моет? Ой, и усики даже моет. Видишь? Каждый усик. Погляди, как он вымывает усик. Видишь? Поближе подойди, что ты боишься? Посмотри, на шторочке сидит. О, к нам гость какой залетел в домик, а? Тихо, ты не толкай меня, ну я и так на много съемки снимаю. Видела? Ой, а смотри, лапки-то задние какие, он моет как. Видишь? Так что, да не толкай же ты. Ты смотри, как он. Ой, все, помылся. Ну, давай выпускать малыша нашего. Откроем шторочку и помашем людям. До скорой встречи.